Карачаево-Черкесии более 12 тысяч детей отдохнули в летних лагерях. В этом году в республике принимали 105 детских лагерей, в том числе 7 загородных, 2 палаточных и 96 школьных с дневным пребыванием. Почти 3 тысячи одаренных талантливых ребят, показавших высокие результаты в учебе, спорте, творчестве, смогли отдохнуть в Домбае, Архызе, Тибердее, Пятигорске в клубах выходного дня. С 2023 года также начали функционировать тематический лагерь для движения первых и лагерь труда и отдыха в аграрно-технологическом колледже. Первыми в республике получили путевки на отдых дети из семей участников СВО, ребята из ЛНР, ДНР, проживающие на территории республики, а также дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья и находящиеся в трудной жизненной ситуации. Отдохнуть и поправить здоровье на территории Карачаево-Черкесии смогли 750 детей из Луганской Народной Республики, а более 40 детей из семей участников специальной военной операции смогли отдохнуть за пределами республики на Черноморском побережье Анапы. Глава республики отметил, что во всех детских оздоровительных лагерях ребята были обеспечены разнообразным питанием, круглосуточным медицинским обслуживанием и качественным досугом. Рашид Тимрезов выразил уверенность, что после отличного отдыха ребята с новыми силами начнут новый учебный год, а знания будут получать с большим энтузиазмом.